Всем привет, дорогие друзья, с вами Эрикан, и сегодня мы продолжаем прохождение игры Dismantle Pants and Adventures, третья DLC-шка. Сегодня мы с вами отправляемся в грёбаное подземелье, и я думаю, здесь мы как раз на этом грёбаном подземелье открываем самую нашу последнюю карту. Давайте действовать по принципу того, как мы действовали на прошлой карте. Находим вышку, связи, да? И на ней устанавливаем, передатчик, который нас интересует. И с помощью этого передатчика мы как раз находим то, чего нам... Стоп. Сигнал вознесения передается. А, нет. Возносить нас, нам их пока не надо, этих товарищей, да? Ага, здесь чуточку выше нам надо будет пробраться. Лопаты мы не откапываем, потому что это самое бесполезное, что есть сейчас в текущий момент на этой карте. Почему? Объясню. Да потому что у меня ресурсов дохерища, и смысла мне в этих лопатах нет абсолютно. Быстрое перемещение. А там, как всегда, выпадет какое-то либо золото, либо мана, либо дерево, металл. Ну, всякая какая-то ерунда. Так. Ну помоги мне, кошак. Бля, сука, тебе по горбу лопатой что ли дать? Есть. Полетели. Угу. Есть такой типа а-ля лабиринт по кругу, да? Ого! Блин, а я не помню, а как мы ее быстренько убивали? Ага, все, кулаком. Мечом здесь не получится у нас. Все, все, я вспомнил. Так, кулаком этих забили. Полудурков. Блин, ночь так неудобно. Надо было, может, переночевать, переспать. Открыли. Ага, нам главное разбить ихний щит, вот этот. Так, сюда одну дверь открыли. Блин, вот это было опасно. Мышка немножко вниз ползла. Оп, подожди. Уйти? Нет. Куда нахер уйти? Тут где-то должен быть... Где-то должен был быть рычаг. Вот он. Бычьи рога. Мощный тотем могучего быка. Шанс оглушения противника домашними животными плюс 5. Завершите круг подземного телепорта. Да. Сейчас. Сейчас все будем завершать. Подождите. Ага, мы ни сюда пройти не можем. Все, мы возвращаемся к центральному нашему телепортатору. Хотя здесь нормально, здесь все светло. Локация, короче, наверное, там подземная такая интересная. Так, где у нас находится? Вот еще наш телепортатор. Это второй. Точнее, не телепортатор, а башня связи. Ага, у нас всего 4 должно быть передатчика. Создать. Вот с правой стороны. Сейчас посмотрим, как мы к нему доберемся. С правой стороны. А у нас здесь как раз мост. Так, здесь у нас ничего нет.
Ну, получается, только через вот этот костер. Так, если не ошибаюсь. Да. Если не ошибаюсь, нам вот сюда. А, и наверх подняться. Все. Отлично. Ну, побежали, кошак. Второй телепортатор открывать. Да, тут сами по себе катки такие темные. И ничего ты с этим не сделаешь. Открыли. Проходочка дальше. Мы как терминаторы, просто на убой. Усиленный манный клинок, предназначенный для метания во враждебные цели. Запасы пополняются у лагерного костра. Проникающие там бла-бла-бла. Ну, такое. Такое себе. Не знаю, насколько полезные вещи. Я, в принципе, ни одной из новых вещей, в принципе, практически, наверное, не пользовался. Хотя можно было бы попробовать этот бластер. Манный. Мановый. Так, стоп, теперь понять, как тут карта поделена. Она так плохо видна. Вот эту локацию мы сделали. Эту сделали. Вот башня связи. Стоп, подожди, где-то еще должна быть. Четвертая. А вот это что? Это что, у нас не сделанное задание какое-то? Ладно, давайте посмотрим сейчас. Сейчас подключаем лишние предметы. Мы сейчас, в принципе, создадим. Быстренько найдем. Ой, кстати, здесь невыполненное задание есть. Мы его можем сейчас выполнить сразу. Так, где ты тут высветился? Так, я понял. Вот. Вот сюда. Угу. Ну, а к тебе мы через вот этот костер добежим. Так, куда бежать? Ага, сюда. О, вот здесь рядышком вообще. Еще и кошка мне нашла, помогла. Вообще шикарно. Спасибо. Мой кошачий пухнастый друг. Так, здесь, я так понимаю, нам тоже надо будет драться. Да. Поэтому кулак свой не прячем. Не-не-не-не, я понял. Ты сидишь здесь. А я фигачу демонов. Беги сюда. Сиди здесь. Давай, давай, давай. Я думаю, ты мне сейчас где-то здесь должна будешь помочь. Я надеюсь, мы в правильную локацию пошли, в правильную точку. Да, мы здесь бы обижали бы и ничего бы не нашли. А так мы как раз открыли рубильник.
И что? И ничего. А, все, мы прошли здесь. Надо было просто дальше пробежать. Надо было просто пробежать дальше. Так, зовем кошку с собой. Сюда беги. Давай, я думаю... Стоп, подожди, нет. Ага, вот как нам попасть к тебе. Все, минусанули. Дебила. Сиди. Забираем. Отличненько. Еду нашли. Нашли еду. Все, уходим. Итого у нас получается сейчас еще осталась одна. Его. Блин, давайте сбегаем сюда, посмотрим. Мне просто очень интересно, что я пропустил. Это, наверное... Задание с прошлого раза я пропустил. Что ли? Уничтожьте 4 духов маны, находясь в активной камере маны. За 60 секунд. А, я понял. Ну, давайте. А, это мне надо понабирать здесь. Блин. 4 кости и 5 маны. Сейчас все сделаем. Все, давайте. Я думаю, мы сейчас быстренько выполним это задание. Без проблем. Испытание провалено. Да подожди ты, сейчас все организуем. Где они там находятся эти? Кто следующий? Где еще один демон? Задание завершено. Вот видите. Мы еще и по бочку. Блин. Оленя жалко. Оленя жалко. Мы еще и по бочку с вами выполнили. Все. Полетели дальше. Так, я думаю, нам нужно подключать все фильтры сейчас. Чтобы найти четвертую. Раз, два, три. Блин, неужели я в глаза долблюсь? Я вижу только три передатчика. Три башни связи. Может, там будет какая-то подсказка? Где мне его надо будет найти? Может, он где-то там закопан в каком-то интересном месте? Ну вот, первая локация. Вот она идет по центру, да? Есть. Вот вторая локация, она идет здесь. Вот третья локация. Ну все, три.
Слышишь, а у нас... Вот раз, два, три телепорта. Три телепортатора мы нашли с вами. Вот еще один, блядь. Фух, капец, очково. Я испугался, я думал, сейчас где-то придется искать его. Хер знает. Ну да, он тоже далековато находится на самом деле. Все нормально. Сейчас мы эту задачку тоже быстренько решим. Так, вот где-то здесь. Где-то здесь. А ну, кошка, помоги. Ой, спасибо тебе, умничка ты такая. Снимем флажок. Ну все. Последняя каточка. Точнее, последний телепортатор, последняя загадка, я имею в виду. Так, здесь нужен нам кулак. Кулак. Ага, пройти мы не можем. Есть перемотка у нас. Значит, мы можем где-то что-то напортачить с вами. Окей. А, сюда мы бросаем кость. Сидеть. Да, здесь только одна дверь открывается у нас. На тебе, сука. Так, сюда нам надо будет тоже бросить, кстати, кость. И позвать нашу кошку. Ну давай, давай, беги ко мне, маленькая. Бля, да как ты прикумарила? Все, все, пошли сюда. Вон, смотри, я тебе косточку кинул. Что-то оно там далеко оказалось. Все, сиди, жди. Так, а что у нас открылось? Ага, дальняя дверь открылась, вижу. Все, беги ко мне. О, какая же ты тяжелая. А, тут все не так просто. Сиди. Все, мы нашли последнее. Последний телепортатор нашли. Все, возвращаемся на базу. А, стоп, подожди. Мы вернемся на базу, а там будет... Там будет что? Там будет центральный, да, у нас путь. Блять, я чуть-чуть запутался, подождите. Куда нам выходить надо? Блять, куда нам выходить? Да вот же телепорт. О, Вася, как так можно было запороть? Все, мы выполнили эту задачу. Водите в центр, водите в телепорт, подземный мир в центре консервации. Значит, что мы делаем? Мы возвращаемся на костер. Скидываем ресы. Быстренько выходим наружу. Наружу выходим быстренько. Здесь. Стоп, стоп, стоп. Здесь перемещаемся вот сюда. И бежим. Кстати, бычьи рога, но... Блин, ладно, пусть селипается. Мы потом сделаем это все. Я уверен, что мы еще костер впереди найдем же, правильно? И на костре все это зафигачим.
А сейчас нам надо к Осирису улететь. Ничего нет, окей. Вот, с правой стороны центральный как раз. И это у нас будет карта, левая сторона. Вот она, да. Вот она есть. Исследуйте остров Маны. Маны, маны, маны. Так, чертежи. Нож с манной. Сделали. И бычьи рога. То же самое сделали. Прокачали. Модернизация. Блин, короче, это будет долго. Я лучше потом модернизирую мне игру. Потому что ничего особо интересного это не дает. Этот особняк выглядит старым, как будто что-то из подземного мира. Исторический такой, да, замок? Все, сейчас активируем башню связи. Что, хотели закрыть от меня башню связи вот этим заборчиком? Да, если бы он не разрушался, то в принципе можно было бы. Но блин, он же разрушаемый. У меня какой там 90 какой-то левел. Вообще нереально закрыть это все. Ага, есть. Очень хорошо. Передатчики поставили. Второй поставили. Четвертый поставили. Этот поставили. Все, отлично. Погнали. Так, что у нас? Что у нас идет первым? Давайте поставим планы. Я предлагаю пробежать направо и по низу зачистить вот эту локацию. И потом дом. Я думаю, потом нас только телепорт какой-то перенесет на вот эту локацию. Так, значит, нам надо сюда. А, мы просто ману с этих штук добываем. Я уже просто забыл. Но если только мана, то она как бы не нужна. Если просто мана, то она нам не нужна. Слушай, мне просто интересно. Ну давайте, ладно, ради интереса копнем. Вообще не вижу, где тут копать. Ну, где-то ж, наверное, по центру, правильно? Что, прям в могилах? Ой, так круче. Я всегда считал, что вот это, ну, самая бредовая, это перекопка. Рыба. Ладно, давай рыбу ловим.
Вот это копание, я помню, когда-то я искал ключ от подземелья на кладбище. Я там реально, наверное, пол кладбища перекопал. А он вообще оказался там совершенно в другом месте. И было намного проще. И я эту рыбу ты что не забираешь? Я, конечно, понимаю, ты там уже нагребся всего. Но это же тоже надо забирать. Вот, искать. Тоже рыбка. Видишь, как хорошо. Дружественный удар в спину. Выстрелить, выстрелить. Мне надо с чего-то выстрелить. Мне нужен костер. Потому что, ну, я думаю, с бластера там выстрел не пройдет. Даже если я бластер сделаю. Да, лопату нахер убираю. Да, с бластера ничего не получается. Кроме травы выжигать. Вообще бесполезняк. Опа-на, какой дядька. Смотритель. Я его могу со спины лупануть? Вы серьезно? Босса с одного кита? Блядь, мне кажется, это очень жестоко. Так, тут мы нашли какую-то кожу. Блин, ну это смешно, реально. Ну дали бы ему хотя бы какой-то шанс. Я не знаю. Как так можно? Ну босса реально с одного хита выломить. Что тут спрятали от меня? Что-то нет? Ничего не вижу. Здесь тоже все пусто. Ничего нет. А смотритель получил ключ от хранилища до дальнейших распоряжений. Вот это, наверное, хранилище, да? Да. Ой, кошак тут разошелся. Все поломал. А ну-ка, угомонись, подожди, да, я прочитаю тут. Элли любила бедного зверя, но это был уже не тот питомец. Это все? Или там еще что-то будет? Сумерки содержат 4 могилы. Разделение останков лишь отсрочивает неизбежность. Слушай, тут 4 могилы, может надо их, блин, выкопать? А, вот, теперь нам дают задание это. Таки да, нам надо их выкопать. Так, это мы прочли, чтобы она не валялась у нас тут на глазах. Так, эти рисы скидываем и бежим все-таки выкапывать из могил, животных. Кирпичи в ящике стола. Ну, гениально. Гениально. Офигеть, тут, конечно, нам подсобили ресурсов. Очень сильно. Так, кошка у нас осталась в хранилище, да? Лук. Лук мы не можем забрать. Утонул. Ну, нечаянно утонул мальчик. Что поделаешь? По карте, по карте. У нас есть телепорт.
У нас есть кладбище домашних животных. Сейчас как раз бежим на него. А потом уже в конце воспользуемся телепортом. Посмотрим, куда он нас перенесет. Есть. А, кстати, я же хотел в костре. Забрать себе винтовку. Инвентарь. Мне нужна сюда винтовка. Нет, не арбалет. Ой, не дротики. Вот она. Для чего? Для того, чтобы сбить вот ту штуку интересную. Где она? Вот здесь где-то находится. Кстати, рыбалка. Не забудем. Вернемся. Вот здесь винтовка нам сейчас пригодится. Ну и как не прицелиться? Да ну. А почему нет? Короче, что-то бредово. А не похоже, что на этом кладбище происходит что-то особенное. Может быть, мне стоит вернуться сюда позже? А, сюда ночью надо возвращаться. Окей, давайте переспим ночь. Ну ни хрена себе, получается, сумерки, это у них начинается в 20:34. Я, блядь, тут целый день стою и жду, что за херня в этих сумерках. Что мне с животными с этими делать надо? А, то есть они появились, а найдите и раскопайте могилы на кладбище домашних животных. Охереть. Есть. Одну собаку освободили. Это просто... У меня просто слов нет, это просто пиздец. Ладно, здесь давай собаку откопаем. Есть еще минус одна. Блять, надо еще за определенное время все это успеть сделать. И все, пес остался еще один. Последняя, кажется, это нога. Это последняя, куда же делись остальные светящиеся собачки. Бывшая собака. Новое изобретение. Я даже не знаю, как эту миссию комментировать. Возрожденный с кладбища домашних животных, старый и нежеланный товарищ теперь обретает второй шанс. О, мы будем с Франкенштейном бегать. А ну-ка давайте посмотрим на него. Что он может? Стоп, а где Фрэнки наш? А, мы скорее всего должны его будем получить в... Возле Сириса. Так, стоп, подожди. Ну, получается, у нас миссии уже нет. Мы здесь уже попроходили все полностью. Возвращаемся. Стоп. Где у нас телепорт? Выход. Вот. Справа от нас. Ну, давай к Сирису возвращаться. Так, бывшую собаку. Давайте сделаем бывшую собаку. Ох, 12 лобстеров надо на бывшую собаку. Шанс повторного использования арбалетного болта, кража жизни за удар. Такие себе бонусы. Привет, песель. Заштопанный из всего. Я лошадь, а ты? Так, и что нам теперь делать? А, куда нам бежать? Есть вообще какая-то миссия, какое-то понимание, что делать дальше?
Так, все, это мы вернулись на центр карты. Окей. Ну, получается, нам сейчас надо возвращаться только на центральный остров. Давайте попробуем вернуться на наш центральный остров. Может, там что-то у нас и прояснится. Может, там мы как раз что-то и сможем сделать. Вот сюда, выход. Так, ну что, друзья, как мы видим, никаких дополнительных миссий у нас не добавилось. Да, абсолютно не добавилось. Ну, в принципе, наверное, что и ожидаемо, потому что Саня Пуст, рэпер, в комментах указал, что, скорее всего, бонусное дополнение это является вот эти две карты. Вот это. Одна DLC-шка, а вот это вторая. Скорее всего, вот это и является, скажем так, подарком каким-то, да? Ну, хрен его знает, подарок не подарок, потому что, в принципе, на карте, там, где мы с вами уже вылетаем, да, у нас добавляются две дополнительные локации за счет вот этих двух DLC-шек. То есть мы видели, да, с вами с левой стороны дополняется и с правой стороны дополняется. Ну, в принципе, мы игрушку DLC-шки третью прошли. Честно говоря, первое мое впечатление было просто ужасное, потому что там надо было собирать только животных. И для меня это казалось, блин, окей, я сейчас соберу животных, и все, DLC закончилось, да. То есть были потрачены какие-то деньги, да, и все. А нет, потом Саня говорит, ты там проходи дальше, там все нормально будет, все пучком. И действительно, когда ты открываешь первую карту, и ты понимаешь, что здесь у тебя еще есть какой-то объем, а здесь разработчики постарались довольно-таки, ну, прикольно. Да, оно вроде бы все однотипное, но все какое-то вот немножко разное. То есть очень интересная игра с дополнениями, очень классная. Единственное, что мне здесь, ну как, я не могу сказать, не понравилось, я возненавидел вот эту миссию, там, где кладбище домашних животных, там, где надо было чекнуть определенное время, и в это определенное время нужно было выйти с этими лопатами гребаными, да, там, кажется, в 21:30, а надо было выйти и выкопать вот эти все 5 ямочек, все 5 могил, чтобы освободить животное, а потом собрать его, как Франкенштейна. Ну, это такое. Ладно, друзья, вот мы и прошли третью DLC-шку. Будем ждать четвертую, пятую, я не знаю, у разработчиков все классно получается. Мне очень нравится, я реально кайфую. А на этом я с вами прощаюсь. Всех целую, обнимаю, приподнимаю. Пока, до завтра.